Потом еще там упали один раз где-то мы. А, на профе. На профе мы упали. Ничего страшного. А кто-то бафает каски, блядь. Нахуй я бафаю их? Разве? Ты же только бафаешь. Блять, у нас 4 паладина, все, идите нахуй, я нихуя не бафаю, блядь. 4 паладина, 4 бафа. У меня нету полипауэра, нахуй, все, в пизду. Осуждаю. Must have аддон для настоящих. Нет, герл исполнил. Герл, это, блядь, не настоящий геев, нахуй. Все, что, даю, поехали. 3 секунды, 3, 2, 1, пул, поехали. Блять, пороги каску, что ли, не дал? А не клево. Дороги есть каска, блядь. Они нету, блядь, ладно. Блядь, ты лотаешь, дурачок, за стенкой там. Нет. Все, Реслин, бафаешь каски, короче. Вихрь. Разбежались. Вихрь. А где у тебя блинк? Блядь. У орков есть блинк? Да. Этот, Реслин бафаешь, короче, не каски, точнее, а кулаки. Фонарь, вон каски бафает, а глюм пикает. Все, вот так вот попадем. Настя, по сухи в дуратаре могут только орки быть. Какие редары? Ну ты шо хоть? Отпади, блядь, сферки. Ой, просил фонаря, блядь. Не, ладно, в пизду не бейте, нахуй. В пизду, сейчас сорвете сферы. Забери ядро еще одно, блядь, вагон. Ну, пытаюсь. Шо, ну, блядь. Вот, забрал, не дал. Еще одно ядро забери. Дальше. Ёбни по нему чем-нибудь. Все, поехали, килисет. Блять, ладно, короче. Оверхильси, оверхильси фонари. Блять, нажми 50%. 50% я уже нажал. Нажал я. Глю, нажми бабл, дай ему 10% из округа. Север, дай. Сорвешь сейчас. Все, поехали бить этого Талдрама. По Талдраму поехали. Геру дали. Как это? Видно дерево. Ядра собили. Максимально. Я гро набираю это. Разливай лужу пока на этом дизайне. Блять, как ты на F4 нажимаешь? Охуеть, блять. Очень удобно. У меня ж ноутбук, а не право для компьютера. По Полонару поехали. У меня, блять, палец на F4 не дотянет. Не, мне F4 палец не тянет, на клавиатуре отбежали. Да я понял. Ой, блять. Кинетику подбейте, блядь. Пизда, нахуй. Ой, блядь. Ой, блядь. Ой, блядь. Этот... Бентли на сферке. Помогай себе кинетику подбивать. Милики, побежали к Келисету. Все. Как раз вихрь разбежались. По красоте. Келисета пошли все бить. Добиваем эту штуку. Фонарик хилить. Бэрить не надо. Мало ли нам только понадобится. Он 50% нажал. Эти ебало оторвало. Угу. Меня тут в жопу долбят, пока вы... Вовремя, брат, вовремя. Я же не вижу. Изи отанчил, я считаю. Тут какая-нибудь шмат, поехали дальше. Речь. Блять, мне, может, хотя бы ключ и этот, компас одеть, но... На всякий случай. Или хотя бы ключ. Да ключа хватит. Да, думаю, хотя бы ключ идем на всякий случай. Пизда. Не хочется вайпиться лишь на раз. А чё так, кто не захватываешь экран?
Эй, я тебе по-быстрому подрубил и все. Ну, просто на всякий случай, вдруг что такое будешь смотреть. Детка. Горячая. Ну, то сейчас всякие... Тебе подрубить, у меня есть пара папа. Этот фламбер багнулась, блядь. Лут перестал падать, бац, вторых. Мы, короче, за ОД просто идем. Ура! А, Гумер тоже что-нибудь собирает, что ли? Так, а в текущей гильдии вы отстали на два босса, аж как-то странно. Крипот отъем. Там кто-то добавим пол. Сейчас хоть контент будет интересный, захил мощный. Блять, Феникс, ты тут? Да. Дай травму на этого босса, я потом верну ее, типа, паролем нормально. Ой, у Насти. Ну, он на моем локе, короче. Угу. Читер так нечестно. Я ее дам потом паролем нормально. А че ее рулить, она только тебе нужна. Ну, мало ли, Короче, ладно, хуй с ним, давай я первую поставлю, чтобы потом не ебаться, я сам всех раскусаю, чтобы было более понятно. Ну, я тебя не могу дотянуться. Так, ключ чисто одену. Где у тебя неистово, блядь? В прото. Бля, у меня оффхенда нет. Ладно, похуй. То, что оно в книжке, я себе в курсе фонари, спасибо, блядь. Не за что. Дашь триксы по мне, Синрис. Ты и танков на пулю, что Ганмастер побежал, конечно. Нет, в ДЦ. На первой взлетке, короче, пристально даешь гим на ХП. Раньше 8 метров все держим, напоминаю. Рыбу поставь, Настя. Рыбу хавайте.
Гим на хп даешь, безжалостно будет тешить. Потом... Фонари даже сокру. Все, этого достаточно. И... У кого аура тьмы стоит? Арислин. Углю. Арислин, окей. Дашь эмана тьму на первой взлетке. Все, этого достаточно, я думаю. На второй глю твоя сакра будет, безжалостно избаунд, и глю твоя мана тьма будет на второй. Все, как-то так. Наш этот синрицу на пул по Ринда, отчет бью, по отчету ПМ. Сильно там не врывайтесь, бурсты не сливайте сразу, чтобы я вкус нормальный сделал. Что там по отчету? 2-1, поехали. Фонари, готовься забирать этот зеркало. Угу. Забирай. Забрал. А вы ещё полотенчик дёрнул. Она мне баф что-то не повесил, Свет. От этого я не понял. Что за хуйня? Для первого укуса баф повесится. Подожди, фонари. Ну-ка подойди ко мне. Речь. Теперь забирай. Вот теперь повесился, всё нормально. Я не про этот баф, а баф, который от зеркала. Не повесился почему-то. Ксера, где ты там стоишь, блядь? О, вижу, все. Далеко там только не убегай. Сбежались. Так. Потом север укусишь, холи шито. А я укушу швепса, чтобы прохило больше. Клю выбежал. Я подойду. Окей. Все хорошо, спасибо. Так, сбежались быстрее, все разбегись. Кирилл, у нас... А, все, есть, все. Извиняюсь. Только ко мне, блядь, никто не подбегайте на взлетке, пожалуйста. То сдохну, будет хуево. Бентли выбежал уже. Пристейфер вард на себя не забудьте там и здесь полить таргет, на котором лужа будет перед взлетом носиться. Это важно, кто. Ты себе тремор Бентли забрал? Сбежались там. А холи щит залагал походу АФК стоит. Походу да, блять. Кого кусать тогда? Швепство кусишь. Подушечку диспел сразу в первую очередь, будет взлетка. Ася, тени неси. Выноси, Ася, не стой. Она зависла тоже. Блять, и меня еще фером блужу, блять, ну... Сука! Че, падай? Падаем, падаем. Падайте, конечно, нахуй. Эдик, ты где? Я в луже. Это пиздец, это такой, это лужа нахуй, в ебенях нахуй, меня с центра прямо нахуй туда закинуло. Ну как это, что за хуйня, блядь? Диван не убей. Закинь себя к пати, к шаману. Да его мог приз диспелить точечно, блядь. Там хотя бы треморы стоят, хоть что-то. Там точечного диспела достаточно. Диспел до хуища. Можешь к хилансу добавить, мне их тотемы не нужны все равно. Рыбу ставь. И шкаф поставьте. Севера сумму. Пускай один подушки дает, а второй прист Ринди дает. Диспел. То он ферей будет дохнуть. О, это красота экрана, Эдик, да? На 70 тысяч на хидл ток. Ну за фул, может, 300 будет. Не, знаешь, как по этой травме скучаю, ну. Орехи кидаешь, она просто и орехи, и на тебе работает одновременно, в двух зонах. Бывает. Как у нее называется вот? Фонтан света. А, заебись. Фонтан зеленых циферок на экране. Зато красиво. В рейде, когда хилит на боссах она. Чувствуешь себя. Че, фулбаф дали быстрее? Паладин, давайте размафались речь.
А, ты каски не даешь, точно. Ты каски махаешь. У нас есть ДЦ, блядь, твоя прота нахуй никому не надо. Осуждаю. Дай по паладинам каски тогда, хотя бы. Все, отлично. Давайте вообще на полумах, то же самое дело. Все. Блять, еще ключ, сука, не успел нажать. Здесь шифере сдох прям, блять, в последней секунде. Бабл, тебе, блять. А че отдаем? 5, 4, 3. Что там? 2. Постой подольше, если сказать. 1, пол. Поехали. Я сакру дал. Все, получше. Забирай. Забрал. Нихуя. Ну. Вот теперь хуя, забирай зеркало. Я на взлетке дам по тебе точечно. Оно что-то с первого раза не дается, странно очень. Ну ладно, да, добежались по виду. Да сейчас я вижу, что далось, блядь. Я имею в виду хуйня от зеркала не вешается. Ну это типа такая трава от воды. Она повесилась какая-то. Сразу, я видел. Была тоже. Нет, это со второго раза, когда я уже зеркало забрал. Я когда побежал. Первый раз ты подбежал, я видел повешение. Потому что там у тебя не отображается. Да. Странно, не отображается в дебаф, когда я смотрю. Это очень странно, когда это дебаф, а не в баф сам. Пары сбежались, перестань. Можно в том ювен забить. Перестань, блять, маздиспл сразу даешь, блять, по мили зоне всей. Мы, когда она взлетает, все в центр сбегаемся. Север побежал, блять. Потом подбеги ко мне сразу, Кузна. Укусишь потом холи шит, а я укушу шрепс. Все, укусил, сбежали спать быстрее. Настя. Север, ты холи шит, а я шрепс. Бентли выпишу. Так сбежали. Лужа сейчас этот приоритет диспел, который сейчас лужа будет на кого кидаться. Блю бабл нажми просто. Все, хил. В центр сбежали, в центр, все быстрее. Диспел. Швепс, не уходи пока. Раньше набрали 8 метров быстрее, раньше 8 метров. Раньше быстрее все набрали. Давай сейвы нажали. Сейвы быстрее. Прохил Бентли прохил. Прохил. Вой, дай БР побать. Прямо сейчас. Дальше набажем. Сбежали, спать быстрее. И рейндж держим. Ребафнули лока. Лока ребафнули быстрее. Акума побежал. Аккуратно лужи там. Кто встал в этого, в камокета? Теперь с собой у тебя. Батя, сдвинься чуть правее. Следующего кусача. Это вызови и ебани себе этот. Как его, блять? Связку. Сейчас кусай похуй. РДДшника кусать, я милишник буду кушать. Любых РДД кусать. Нангермастер кош. Я чуваву кушал. Если, блядь, попаду по нему. Подлево, ладно, я рейдж скалишь укушу, не могу попасть по тебе. Тут фреймин, у меня этот вуду не настроен. Клау укусили, держу в курсе подушечку. Блядь, клоуны нахуй, вы не можете РДД укусить, блядь. Ася, надо будет укусить, взять в таргет и единичку нажать кого-то, когда у тебя контроль будет. Ася, сбежали, спак, быстрее. Сувушку кусай, Ася. Синрицу кош нажми. Сейчас центр готовимся сбегать. Центр сбежались. В центр. Быстрее все. Набрали раньше 8 метров. Глю сакра, айсбаунд. Глю эма на тьму еще. Прохил. Сейчас кусаем. Главное ДДР, ДД всех. Милики только 2 укушены. Держу в курсе. Не проебите укус нахуй. Кусайте всех подряд. Кроме хилов, блядь, соответственно. Кусай мулин рожа.
Иди к Саве, Ася. Мой чувава. Чувава я укушу. Сова, не убегай, подойди. Бежали, Пак, сбегитесь быстрее. Укусы раздали. Велет выбежал. Все, Геру, давайте фулл ДПС. Сила? Геру, давайте фулл ДПС. Нет, не укусил она. Она не умеет. Убейте шамана, шамана, убейте РДД. Все, домашний босс. Не вставай. Я, блядь, не вижу баха на мне, вот этой экране ебучей. Хотя я вроде все сделал. Последнюю пиздюлю должен дать Лонгхелли, походу, как-то так оно. А на тебе точно дебаф есть? Ну да, висели дебафы, потом он скинулся. Вот после того, как 3 раза укусил. А баф Шиэма? Блять, я не вижу нахуй, понимаешь? Да нету его так. Сирус ебаный. Вроде все висит нахуй. Да, засчиталось нормально. А, ну отлично. НС-очка. НС-очка. А можно его... НС-ку можете нидить нахуй, это говно ебаное. Послал БР, блять, как я ненавижу. Давайте ненавижу тебя. На ПВП сову возьму, блять, эту хуйню. Не, на какую? На бабу и на ДК надо. На ПВП сову. Ну, гадик показывай. Не работает на арене. Ферки. Не работает, понял. Ну тогда на World ПВП сову, блин. Ну Эдик нормально нахилил, кстати. 250 хотя, тысяч, ну хуйня. Ну хуй его знает, 25. Типа если смотреть по скаде, то у тебя вообще шаман перехилил. Блять. Немножко, но перехилил. Где, блять? Все, иди заходи, разрабатывай шмот. Тут осталось. Сейчас. О. А не, мусор. Я говорю, на авто 4 прям очень сильно прокол. Типа ты орехи держишь в одной зоне, они кидаются, она работает от орехов, и от тебя еще работает, то что ты сам там, быстрее ну кого кидаешь. Довольно удобно. Я плюс эта цепнуха прыгает, она бывает от цепнухи в несколько целей там сработает. Хорошо, я уже знал. На втором было, по крайней мере, на спец по травме. Там ключ, если что, одет на тебе. Не забудь переодеть. Сейчас хуй знает, как она будет работать на четвертом, конечно. Ой, бля. 3 дыхания все еще ловить. А Синдра самый изи квест, блядь. Чисто на мало. Не, она тебе много, она тебе не даст. Это, Эльдега. Она тебе ничего не даст, короче. Еще можете выкинуть. Не, она очень помогает, на самом деле. На шамоне, когда бегаешь. Ее внутренний КД еще есть, она просто не написана. Она не прокает нон-стопом. Я знаю. Эдик, я же с Трама и на втором ходил, и на третьем ходил, с обоими. Так что, я еще не знаю, что троих. Мне кажется, Волонир топ. Волонир топ, да. Травма это золото. Не, может, геровская травма получше будет, но Волонир, мне кажется, лучше, чем обычная травма. Конечно. Полный лучше геровского будет. Уже успел раскладку поменять, нахуй. И что ты говоришь, блядь? У меня АД нахуй не поворачивает, блядь. А, ну, блядь, это ты тоже самое у меня, так что не везде. Кстати, у нас там лута осталось минут 15. Да, я сейчас ролить буду. Погнали трэш чистить. Бейте, я походу буду ролить. Боты. О, какая песня пошла, да, понимаю. ДЦ? А, это кавер. Не оригинал. Да я знаю, что я тоже тапка слушал. Там желатные вары есть. Отдайте кожникам, блядь. Там латные с этой, как она, с леди упали, блядь. Нахуй вам это говно? Я ж думал, ты сейчас нажмешь травму выкинуть и удалить нахуй. Денкермастер, обмен звезде. Кольцо говняное. Поехали, блядь. Ой, бля, ебать, снимите дендермастера трека. Он поснимает кто-то или поснимать? Да хиль. Серый пускай поснимает. А что ты мне обмен даешь? А. Подожди, стоять. Какие боешки, блять, одна боешка выпала, как кладного калибра, да и все, но. Вторая моя, блять, кровная с куста, так что это кисайма. Надо раскулачить, нахуй. Давай сюда, я на ролл.
Два ока пароля. Сколько ста? Да не, это серебра выпало. Две, оказывается. Блядь, подожди, пристань обмен, окей. Дальше, боты. Вот эти заебись боты. Блять, когда они уже это Т4, блять, починят, заебала эта хуйня нахуй. Скоро реворд. Сука, блять, от этого нахуй. От ливни не испытают шлейф нахуй. Не стакать. Бесит нахуй, пиздец, блять. Тупо уел оку убили нахуй. А кстати, они такое полили по Т4 такого паладинов, да? Или другие классы тоже сплели? Какие-то еще там были. Да там ДКшники, я знаю, что апнули нормально ДКшников Т4. Ретриков там 4. Ну, блять, короче, там в итоге у кого 2Т10, 2Т4, там уже профит не будет, типа 4Т4. Не будет такого, что раздел какой-то будет. Это обычно что? Т4 что ли меняет или что? Да. А, так, 2К давай, вар забирай. А где посмотреть это можно? Статы? Там уже не посмотрим. Там что-то на форуме обсуждают только это сейчас. Не посмотрим. Они это сделают, они уже пообещали. Ну, как и раз. Там получается, логов, по-моему, вообще не изменили. Вообще никаких изменений в Т4, если я не ошибаюсь. Их понерфить надо, я так думаю. Хотя не, вроде демона Зроху что-то поменяли. Вроде в демон Локи что-то поменяли. Дестрики, Афлики поменяли. Там вообще пиздец вам поменяли. А престол в ДЦ и хули Престол не трогали? Дестрик, Афлик 100% тот же остался. А? ДЦ и хули Престол Т4 не трогали? Трогали у ДЦ. В ДЦ трогали, да. У ДЦ 600 абсорба добавили, вроде больше ничего не трогали. Бриз хороший, мне нравится. Не, там вроде только... Вроде демона меняли. Демон там как на пианино сейчас будет, нахуй. Ну, как в Т5, в принципе. Да хуя кнопочка. Если вот это то, что там показывали, блядь, неделю назад, этот баг, это их изменения все, которые не придумали, то Дестриков, Афликов не трогали. А у демонов ничего такого не сделали. Блядь, подожди, ты грудь что сделал? Отдай мне грудь, я проебал ее. Давай, блин. Т4 теперь просто бесом будет. Бис тринкет, ебать. Просто бис, нахуй. Ставьте ЕПшку, нахуй. Просто. По фулу сразу. Сердцекол обмен, там, синрицу. Так они апнули демонов или наоборот понерфили? Да тут сложно сказать, что они сделали. Ну, там... Ну, скорее всего, апнули. Там чуть апнули. Так, подожди. Кто забрал этот синрицу и сердцекол, да? Да, да, да. Пристена счеты. Бис плач. На ретрика, кстати, тоже заебись пойдет. Сильно крит добивать. Неплохо. Ну, они хрен сент, когда выложат. Они тоже писали, что типа приблизительно мы не знаем, когда это будет все время. Ну, на реслин пускай. На реслина пен. Бис кистевое, нахуй. Надо кому-нибудь? Прям бис реально, нахуй. Жестко. Риду? Кстати, вторая пара выпала. Риду на энд. Да, спасибо. О, волки будет ебашить сейчас нахуй в энхе. Просто 100к нахуй. Ну все, блядь, Серит, у тебя появился конкурент. Волк, блядь, забирает. Да, да. Пошли вы. Вот наши куда, да? Там целый комплект этих хендов. Тебе надо бот или один? Не, у меня же есть такие. На собу. А, есть такие? Давай еще одну пару в натуре. Ну, тоски. Вот давай, бомба. Вот чарки менять на них. На скорость бега нас, да? Да. Я тебя не могу, у вас слишком много... А, вот не могу, у тебя есть типа такие, да? Не знаю, короче, где там почитать реворки о том, блять. Пошла борьба. Так а негде читать же. Если найдешь, прочитаешь в гильду. Если вдруг найдешь. Нет уже нигде, но читать нет. Официально пока этой информации нигде нет, админы сами сказали. Пока все еще не типа в разработке, релиз, когда будет, хуй поймешь. То есть, ну, в среду после ДХ, как обычно, они сказали, наверное. После сараница. Через 20 минут. Ну, в среду ждем. Может быть, в среду. Хотя я чуть не понял, что даже да. А где тема нахуй ДДС? Да там есть на форуме. У него 6300 пишет вар. Грибнитик там она. Ну-ка чекните ИП. У него 8400. Хочешь, там вместо ДХ добавили монков. У него 8400,
Так это за тоски там уже 6400, да? Синерить. А не 6700 синерицу, блять, вижу ставит. А потом 6400. Не наебал. Синерицу 6700. А, это у чела 6300, у другого. А у какого? Ну, ладно, хуй с ним. 6400 синерицу, хуй с ним, давай, блин. О! 500. Забирает меня. Ой, это что за хуйня? А, токи. Ага. Цика. Сколько там мощных типов? Сколько тебе надо токенов, дроид? Глю вместе с волком будете хели. Через моли нравится. Отбой, отбой. Сзади забирай за один кахер. Два. Сколько тебе там? Мне тоже два, я потом. Второй токен. Такой же. Уступите один кто-то, блядь. Дайте дроиду последний, нахуй вы его сами. Всё, забирай, пизду, не похуй. Это самые токены, блядь, которые ходовые. ДКшники в Росте бегают в Т-10, нахуй. Всё, забирай два, и дроиды в Т-10 бегают. Да-да, типа, это последние. Я бы хотя бы... Надеюсь, я не буду драться, блядь, по 10к, нахуй, за токен. Я не буду. Да, да, она выпала, я еще не ролил ее. Хотя бы один забрал. Ты два эдика забрал, да? Да, да, по 500 и 1000, 1500 минус. Код в 4, ты 4 дерьмо, мне надо 2 Т10, 2 Т4, все. Так, короче, фонарь слева, безжалостная справа, волк и глю хилите босса. Через мулинраши хилишь глю. Он там должен был уже доспех поменять. Да, поменял. Частицу на вальку и малинраш хуяришь. Вот тебе, короче, этот волк метка. Бегай там за глю, за трусами. Все, поехали. Да, усиление кидай, конечно. По вальке. Все, что не писали о ДСах, мы в Дискорде вам все скажем. До свидания. Там вот есть темка о том, что когда будет Аптолгорода, когда ДС. ДС и позже. Жирного в последнюю очередь убивать. Ну они, я сейчас нашел вот тему, типа, они написали, что это информация когда будет ДС, будет сообщена в Дискорде. Я думаю, будет перед выходом ХМа, буквально за 2 недели. Нет. Да-да. Да как ты заебанулся, до выхода ХМа еще, блядь, 66 дней. Ну? Это если откроют ХМ, могут, блядь, просто зуломан, открыть зуломан, блядь, и РС-ку, нахуй, обычно. Да не, вряд ли. Да-да-да. Да может такое быть. Реально может быть. Учитывая, как они тянут на X4, блядь, кота за яйца вот с этим контентом, так, такое так реально будет. Может быть. Так и будет, кто хм. Ну они просто поняли, что, блядь, все весь этот онлайн, типа, он не вечен. Он вот пока контент развивается активно, он есть, а потом им нечего выпускать, денег не будет приносить. Не, кстати, ЗС-ку и РС они откроют раньше нового сезона. Не, ну что они же планируют. Контент ЦЛК 25 уровень, так что. После обычки ЦЛК идет РС-ка, потом ХМ ЦЛК. Глю, отбеги. Блять, глю прохильте, глю быстрее прохильте. Да и РС-ка скоро будет. Да и РС-ка, когда... РС-ка достаточно простая, блять. Там шмот охуенный падает на самом деле. Когда с аронитом наборыжит. Я не удивлюсь, если они РС-ку подрисуют нахуй ХП, и будет мне нихуя не простая. Да похуй, подрисуют, не подрисуют, поебать. Ну, главное, чтобы в берсу хватало ДПС. Там ничего сложного нету, реально. Ну, это да. В обычке нехуй бить, в хэме посложнее. Да и в хэме хуйня, нахуй. Ничего там сложного нет. Ну, на ходу и конец три хила, блядь, снова бить, да и все. А РС-ка что за рейд? Ну, рубить на хуй его знаю. Фиолетовое говно там. Чё дает? Пизды дает. Я посмотрю, как ты будешь шарик догоняй в тёмке, блять. Вот там вы ебать будете, короче, вспоминать Синдрагосу и думать, блять, где моя Синдрагоса, ребят? Где моя Синдрагоса? Заебись контент, Эдик, заебись.
Там на первом боссе будем лайпаться, на мини-боссе. Сильнее. Болгана там не хуй бить. Который копии нахуй вызывает. Или на Савиане. Что делать нехуй, Редега, блядь, я вот заебался. Так, Мулинра, стой в центре, пожалуйста. Ты как на этом боссе, как статуя, короче, которая приносит пользу. Ну знаешь, вот как памятник кому-то ставят, вот, вот так же ты на этом боссе, короче. Да, ну что вы делаете? Зачем вы его откидываете? Да чтобы не взорвался. Блять, как там у Ватсон умер уже, нахуй? Валдырь, зомби, блять. Да, и БР, этот серый по нему. Там вы найдете спасение, герои. Что с огромным? Это уже бля, можно было, в принципе, не заходить, бы так закинули там под герой. Ватсон четко встал под Валдырного снова. Эти глаза. Пойдет. Да какой мерзкий босс, нахуй. Как он меня бесит. Да хороший босс, что тебе? Не, на офи я просто обожаю этого босса. Подошел, дал какой-то пока скилла и ушел. Самый неинтересный босс, кстати, просто. Да. Ты мне очень забавную сейчас вещь показал, Эдик. Я даже чуть немножко улыбнулся, пожалуй. А, нормально. Сглю, заберите трэш, сглю, заберите трэш быстрее, блядь. Хорошо. Я в целом говорю. Чё-то не, ну вообще можно, в принципе. А хуй то. На сервисе по кускам правильно. А, нет, подожди. Плащик. Он сет ноги у нас. Я плащик? Ну, пока что он можно, сет... пока деры в них нет шмоток. Нет, но он сет ноги всегда у шаманов. Начинает с толка. Да можно, можно, редега не души, блядь. 100 хосты, блядь, алло. Но я не одобряю его все равно. Я просто я тут смотрю, много всего лишь. Есть щит с магика, который с хостой, а есть с этого, с гаража на ХМ, который там с МП-5. 4 МП-5 да, против 5 хосты. Серый. 4 хосты. Серый, это неинтересно. Чекни, гичаты, да, и свое мнение. В Дисе, что ли? Не, ну в это, в игре. Блять, Млок умер. Ты кто, ебло? Он усталил. Сосед, что ли? Неожиданные новости, да? Ну, какое мне мнение? Чисто вообще пофиг. Насчет соседа пофиг, я не знаю. А что, он вернулся еще? Или он не уходил? Да. Не, скал, он, скал, пошел, скал, он пошел за ними, но сейчас это. Он опомнился, да? Ну они там да. С Ваничеллой друзья вроде, поэтому пусть они похеру. Ну, сосед так-то и с Ешеленом там другом был. Они же вместе корифаны, да, поэтому они как общаются. Мне параллельно, честно, насчет него вот чисто мне он как-то такой. Реал, спекни кого-то, надо идти на трэш. Кого спекни, блядь, иди танчи нахуй. Давай, я спекнусь. Давай, сейчас, секунду, Миш, передам. Мне надо собаку вывести, секунду. Он сейчас... Сейчас, блядь, братан. Мишка в деле, нахуй. Всё, фулба, блядь, погнали, нахуй. Ух, ничего себе. Пошли все в центр. Этот поезд заберешь с правой стороны, вот как сейчас смотришь. Угу. А ты этот фонарь слева. Только там не хотайте себя, нахуй, то сдохните там, блядь. И какой-то гнев небес надо сдать, когда эти пауки будут приближаться к нам. То пизди пауки. А в принципе двороги же есть, так что два веера. Вот это вот я осуждаю, Ледяга, прям очень сильно осуждаю. А? Чё? А чё вот это вот.
Ну, типа, может, не купил еще просто. Да я же знаю, что капы побиваются, типа, двумя шмотками просто, и все. Нет, я вот это вообще осуждаю очень сильно, вот, особенно вот это. И в целом 4 куска, это... Не, я говорю, это что... Это смешно. Просто человек, может, еще не купил. Вот и все. Не, вы... типа, в соло цель 4 куска, может, нормально. Вы про что говорите? Но, за типа... лупа. Да, мы о своем. Я в целом тоже 2-2, типа, всегда. Мне еще Серега думал, что сказал. Настя, одевай фулл танка шмот и садись на маунт, я тебе скажу, когда лутаешь по дыханию. И билд тоже, только грани оставляешь. Вова, ты про что? 2-2 про что? На да мы в своем, парни, оставь себя спокойно. А. Не, вообще 4-4 лучше. Фонарь еще по красоте сведем потом, чтобы завоевать было быстрее. В свое время считал, что 2Т4, 2Т9, а хули пристотоп. РДД, уйдите все отсюда, сводите в центр эту хуйню. Эти милики, точнее, уйдите от этой хуйни. Финал мелтон. В центр сведи эту хуйню. Милики, лучше отойдите, но что сейчас все передохнут. РДД, уедайте. Как подушечка умерла, блядь. Ты знаешь, что такое отойти от центра подушечки? Все, добили последнюю. Да там все просто, как колготки обоссать, короче. Просто берешь, убегаешь, и все охуенно становится. Разгружайте последний стрим. На последние секунды. Не вливайте сразу, пускай заберут. Винитки без готов. Там милики умерли, ты единственная из РДД зоны, кто умерла. Там умерли милики недалеко ума. Я им сказал отойти, но они решили все по-своему сделать. Да, Мирай? Ебать, боешек насыпало, нахуй, бисовых, ебать. Вот смотри, все целка падает вот это говно, блядь. Реком бота одену. Да они такое чувство, блядь, режут дроп, нахуй, на все, что можно только, нахуй. Проходит, ну, типа, на первых двух КД, ну, боешки реально сыпали, падали. Потом они что-то вот, блядь, что-то с дропом делают, суки, нахуй. Ну, это на всех пиратках, в принципе, чтобы донатили. Специально дроп режут. Эх, сейчас бы боешки задонатить. Я пойду собирать. Короче, а ну не трогать. Херня с лутом. Это сейчас. На офе первом шоу. Ну пока соберешь, короче, стой. Слышь, стою, мою. Не ход эти, не хилить только. Дам фонари, блядь. Давай, мне надо быстрее, у нас время мало. Блядь, ну ты... По кругу. Давай север такой быстрее. Ой, блядь. Фонари, ты тут, ты, блядь, нормально дурак, все? Отвечаю, но... Нормально все. Уже можно отходить. Давай, я бы сам сделал, я уже за тобой бегал. Прожмись, блядь. Все, пожалуйста. Ух, нихуя. Ребус, неудачно, заспал. Пожалуйста, блядь. Где 50%, блядь? Были, вот, смотри. Уже кончаются. Видишь, эти две моменталки кинул фонарь. Просто все.
Вот люди только плохое видят, а вот когда хорошее. Ва! Превосходно, никто не умер. Ща. Погодь. О, никто не умер. Класс, он умер. Не верю. Ну ты поверь. Жи, а Ватсон же с нами вообще со времен, блядь, когда еще? Второй мировой? Самый первый ги, да? Да, с Иксдуанов. Сука, ему было 13 лет, по-моему, нахуй. С китами еще, да? Застал он или нет? Да, он с тех еще времен. Ватсон, сколько тебе было, 13 или 12? 13. Пиздец, блять, еще больше шкила, чем Мирай, нахуй. Был, блядь. Мирай тогда еще есть. Мирай тогда не родился еще вроде. Не, а сколько тебе сейчас Мирай? 16, да? А, ну, блядься. А, так они почти ровесники, Мирай на год младше, походу, получается. Да, Мирай младше, чем Максимум. Айо! Так, сколько там по луту? Блять, надо. Это с гнилого 30 минут. Притяжку. Надо гнилого разролить. Это хуйня. Надо кому-нибудь? Слушай, выходите, не стойте лыжи. Ой, блять. Раньше он, кстати, так не делал дыхание в полете. Это новая приколюхи Сируса. У нас синдром. 10 оф. Подожди, волк, почему оф? Не понимаю нахуй. Не знаю почему, но я предвкушаю, что сейчас на седле будет весело. Это какой нахуй он, блять? Ну, он в МХ, я не знаю. В Т5, наверное, только, блять, пойдет нахуй. Ладно, окей, уйди. А есть у шаманки ИП или нет? Волк обмен. Нету пока. Шаманка. Пока нет. Отдай, сюда надо. Да, я тут так. Кто забирает? Я забираю, сюда надо. У тебя ИП будет после убийства Леща. Там бичи только танчат. Тут надо вот за столба танчить. Ну, сюда все сбежали, я ничего не понял. Так, ладно. Волк забрал, да? Это ты забрал, да. Поэтому туда пошли. Перчатки никому не надо? Все за УД купили, да? Бис, тринкет, блядь. Отдаю даром, нахуй. За 5000, нахуй, даю. Как вам? Нормально? Давай, перчи заберу эти. Безжалостно. Ебать, сколько она резает? 28 тысяч? Что, блядь? Кто забрал запы? 28 тысяч. Так она не работает по ОПН. Запы забрал волк. Ну, вообще должна работать. Можно на подушечке дать, на 260-е, блядь. Не работает. Чё должна там написано? Бонус включён. На Сирусе ничего не работает. Они починили это. Тебе безжалостно на перчи надо идти? Не, забирай, я думал так. Да, ну, Бентли обмен. А они у тебя или Клещ? У него еще? У меня. Выиграла. Пиздец, эта тварь фиряет, у меня закрывается ЕПГП. Пиздец. Встань за стенку. Реслин 10. Давай обмен.
Биз, блядь, кистевой, нахуй. Не подходите, уйдите оттуда. Биз кистевой. Синдрейт в обмен. Очарование, блядь. Девичек, вот приз, блядь. Вот все видели, кстати, этого маунта охуенного? Я вчера скидывал. Сейчас линкану, нахуй. Вот, чекайте, блядь. Охуенный маунт. Я такого первый раз вижу, нахуй. Ну, он откуда? Прям рофинг. Бля. Откуда? Перчи, перчи, не это, параша, перчи. Какие? Со скоростью? Так я их раздизил, нахуй. Ну, ж никто не кидал на них. Раздизил, да? Ну. Я не видел, что ты их кидал. Там у них и никто не кидал, я кидал, и я потом кинул. Ему отняли уже. Сорян, я проебался. Да, ну я просто. Я просто спрашивал, за УД все купили. Никто вроде не кинул, блядь, и потом раздизил. Ну шо и. А, травму только ролят еще. Ебать. Самое сладкое. Берешь Акума или отдадите? Я возьму на эрдру, типа. У меня там хуевая пуха. Серьезно, шаман не берут ее. Ебануться. Че, возьму тогда, да? А то у меня там. Да не нужна она, Редегу, успокойся, типа. Все, давай. Нормальная давай. Она. Это мусор. Валку ступишь, нет? Я не мусор. Хэмовская, я бы еще, может, подумал, типа. Валку. Но тут. Уступишь вроде. Даже обычно нормально, поверь. Она реда очень сильно помогает. Да, я взял уже. Может, у нас спек танка или... Спек танка, я же тебе говорю, спек танка и шмот, только грани вставляешь. Дальше на своих фласках. Не, вам должны были по три фласки, ну типа... Давайте, раздайте фласки. Мишки справа стоят сами, на П. Это сопрода? Так, для тех, кто... Подушечка, блядь, специально для тебя. Кидается освобожденка, отображается, где вот принадлежность Орды и премиум, блядь. Там от каждого твоего заклинания кидается стак. Больше 6 стаков на первой фазе не набираешь. На второй фазе, когда у нее 35% и меньше, не больше 3 набираешь. Раз ты хил. Дальше. До притяжки подходишь все время к боссу ближе, печеньку. Потом отбегаешь в сторону лестницы. На взлетке... 5 меток. Крест, трусы, полумесяц, ром череп выносите. Остальное слушайте, все буду озвучивать. Рыбу хавать. Бежал с НМТ. Тут травму забрал. Двое. Так. Что я хотел сделать? Масло. Так, масло пересмотрите все, фласки. Хилы, сопроты все пьют. А по две глыбы в точку не пробовали ставить, Феникс? Тебе на сопрот выпить, а? По две глыбы в точку не пробовали ставить? Спробовали, дохуя урон бьет. Ну там может под сокрой переживает. Ну да, мы всегда так били. Так проще заливать, быстрее. Да, и так нормально, нахуй типа надо. Ну да. Я вообще собираюсь еще пару КД сходить, потом на балкон перелезть, нахуй, ближе к хэму. Не давай без балконов. Уйдите с рыбы. Да какая разница, блять, на балконе проще, нахуй. На балконе, когда ДПСа не хватает, блядь. Сипите нахуй, блядь, с маунтов, с рыбы, нахуй. Дайте поесть рыбу людям, блядь, которые не успели поесть. Безжалостная, блядь. Ой, извиняюсь. Все, рычай на полубаф и поехали. Локи портал не забывайте ставить. Полумесяц примерно. Чтоб на притяжке там ДПСа. Бентли, все, поехали, запускаем. Сами вы шляпа, нахуй. А меня с маунта на путешке не сбросит? Не сбросит. С четырех сторон осталось. С маунта вообще не слать. И подъебало, пока не подходил. Я тебе скажу, когда стакил. Ну, дыхание вот так. Начинать.
Босса ты ударишь на вторую фазе потом. После того, как уже слезешь, но не переживай. В конце стану. Похилить, пожалуйста. Освобожденка. Кумакет, холишит, подушечка, фиеста, волк и Бентли. Блять, кто там летает, нахуй, Акума, блять. Ближе к боссу подойдите. Ой, блять. Я что-то про освобожденку, сука, забыл немножко. Ладно, 80 так, наверное. Да, все записали. Отбежали быстрее. Дальше бьем. Угу. Метки сейчас красиво выносим по своим меткам. Подушечка, жуфи, еста, волкбати. Быстрее вынесли метки. Угу, молодцы. Позвучивайте кто-нибудь. Подушечку, полумесяц, куда ты побежал? Ты же стояла нормально, блядь. Зачем ты туда побежал? Лево по центру падает. Спрятались быстрее, РДД по крайней. Блять, фонарь, дай сокру. Мулинраж, прячься. Слева, близко. Никак в десяток, понятно. По центру ровно падает. Стоп, по правую. Слева очень рядом падает. Последняя глыба. Все, разбили склепы быстрее. Блять, рыжскали, с Дангомастера прохильте, сука, вагоны нахуй. Не лутайте, блять, эти бомбы нахуй. Освобожденка, мулираж, подушечка, фиеста, акума, свипс и бентли. Швепс, свипс. Бежали быстрее. Дай, дай есть бамп. Ой, блядь, подушечка, подушечка, блядь. Освобожденка, кумакет, мулидраж, глю, жу, волк, фьюри. Не надо ее резать, лежи, короче. Я тебя понял. К лестнице подошли быстрее. Наверное, будет спектр хила еще к лестнице. Веля, Сиермор, фонарий, Швепс и перестены вынесли. Угу. Швепс, куда ты побежал, блядь? Блять, что вы делаете нахуй? Слева падает. Вы, блядь, не можете метки вынести нахуй. Умирал, да какой нахуй меня... квадрат, блядь? Вы, блядь, теперь спрятались, спрятались. Выносим, блядь, метки сами нахуй. Не смотрим, блядь, по своим меткам. По центру чуть правее падает. РДД, по крайнему склепу сыграли. Левый самый дальний никто не бьет. Хуету, блядь, не по цвету, по центру падает. Третья была, да, сейчас четвертая падает. Все, разбили все склепы быстрее. Пока не надо. Так, глю, фиеста, север, волк, пристены. Блять, три хила аккуратно. Много не набирайте, освобожден. Вот сейчас можешь одно подойти и словить дыхание. Одно только. Все, все, больше не ловит. Бег с волком сделай, чтобы убегать просто. Подбежали быстрее. Фонарь скру. Дальше еще одна может подойти словить, если кинет. Угу. Все, молодец. Ага, нормально, блядь. Спрятались, вынесли склеп быстрее. Швепс, блядь, Швепс. Синрицу, трусы, блядь. Да что вы нахуй делаете, клоуны, блядь? Слева падает близко, ну. Дангермастер, уйди, блядь. Под, там же почти, передвинулись троху слева. Справа падает аккуратно. Справа опять, там же. По правой, знаете, самый.
Разбили все склепы, быстрее все склепы разбили. Настя, подходи сразу, дыхание потом ловишь. Ребят, там справа склеп. Тебе не 10 секунд, тебе, блять, вон, второй дебаф, поглощение морозное дыхание. У тебя этот лобби, а не этот. Все, на тебя должен баф повеситься. Да. Не, подожди, еще одну должен от этого засловить. Там другой баф должен повеситься. Еще одну подъебало, подойди, лови. Всего 4 надо. Освобожденка, аккуратно, много не набираем, сейчас вторая фаза. Полудосик, после какой глыбы ты меня меняешь? Первую звезду. Волк, звезду, отошли от звезды. Все, Настя, просто чиль пока. Отходи от всех. Скинули стаки, знакомые много. РДД играем по боссу. Знаком освобожден, скидывайте стаки. Глю, в печеньку. Дай зубы по нему. По глю. Отошли от печеньки. Мулинраш, уйди, блядь. Забрал. Прячемся все, ждем. Скидываем стаки. Ждем. Фонарь я прохил. Ждем, не разбиваем. Блять, Акума звезду. Не бей. Да не бейте вы, блять, склеп. Пизда, нахуй, за звезду спрячьтесь быстрее. Ну ёб твою мать, нахуй, я дебилы, дают... блять, тупые. Сказал же не бить склеп, нахуй. Отбежали быстрее. Разбили склеп этот. Велят в печеньку обратно. Отошли от печеньки. Отойдите от печеньки, блять. Спрятались, кин... Уёбки, блядь. Дай айсбаунд. Айсбаунд, нажми быстрее. Прохил. Пристена, блядь, зубы дай по себе, не знаю. В печеньку, блядь. Прожмись, блядь. Шилду нажми, не знаю, чтоб не сдох. Все, отлично, скидываем все стаки. Чтоб сдагим на хп, да. Настя, не забудь потом босса ударить, когда геру будем. Давайте добивать. Серый влево в звезду. Все, РДД по боссу, милики по склепам. Отошли от звезды. РДД по боссу. Не надо. Танка похильте, пожалуйста. Так, разбили быстрее склеп. Разбили склеп. Следующий в печеньку. Будет притяжка. Так, меня прохил. Шил дай. Спрятались все, сейчас будет притяжка. Не разбиваем склеп. Все, отлично. Отошли подальше от склепа. Все, разбили склеп быстрее. Волк в звезду. РДД по боссу, милики по склепу поехали, отошли от звезды. Милики склеп разбили, РДД босса бейте. Освобожденка, аккуратно, много не набирайте, смотрите, аккуратно. Бентли в печеньку, скидываем стаки, разбили звезду, отошли от печеньки. Отошли, волка, уйди. Нормально, повезло, блять. Танка скинули стаки, танка хильте. Разбили все склеп. Дайте сбросить. Все, по боссу, поехали. Мираев в звезду. РДД по боссу, милики еще склеп разбивали. Еще одну притяжку, подожди. Милики склеп разбили, РДД босса бейте. Прожмись паладину, у меня 3 секунды. На ком освобожденка скидывайте. Ничего. Стаки тоже. Прохил мне, дай зубы по мне, отошли от печеньки. Разбейте звезду быстрее. Прячемся все, сейчас будет притяжка. Спрятались быстрее за склеп. Дал айсбаунд. Дай сокру, айсбаунд дай. Дал. Разбили склеп быстрее. Войтфури в сторону. Разбейте склеп печеньки. Геру дали фулл дпс по боссу. Забили на освобожденку, похуй на все. Просто дамажим боссу все. Ничего не скидываем стаки, просто дамажьте боссу, еще раз говорю. Настя, ударь босса главное. Рейдж Скалис, выйди с рейда. Канафул. Ебать, милики лошары, блять, улетели нахуй. Настя, нажми 50%. Ключ нажми, там еще что-нибудь. Я сакру дал еще. Выполнился? Ебать, с первого троя. Еба. Сука, почему в нордах так не падало, нахуй? 180 приора, блядь, съебал, нахуй, с нордов. Заебись. Ч
Чё за норды? Да, действительно, вот, чё за норды, но? Я не знаю, чё за норды. Да, да, да. North Mythology. Там есть вождь. Какой? Не знаю, там. Конечно, блядь, не знаю. Его туда вышвырнули, по-моему. Или он сам ушёл, не помню. Ага, вышвырнули. Говорит, не знаю, да ладно. Чё, правда, Сер? Да. Закрой рот, во-первых. Во-вторых, я сам ушёл. Что там у вас упало? Я хую. Талик упал. Нихуй говорить о том, чего не знаешь. Ой, как грубо. Фу-фу-фу, ты очень грубый. Всё, Настя, ГЦ с Таликом. Ста. Сейчас ебашить будет Джага, да? А чё нет, ё-моё. Да-да, из Дорда всегда сами уходит. Нормальные пацаны оттуда уходят. Бьорн. А что там пропустил у вас? Что-то интересно было еще? Я вообще ничего не понял. ГЦ Холич. Покурите 4 минутки пока, по-быстрому. Не знаю, успел подзаварить или нет, попробую. Да. Типа я не видел, да, молодец. Тот раз не успел заварить кофе. Надеюсь, этот успею. Блин, тут единственный, кто Талик может забрать, это либо Холич, либо Войд. Бля, ну совет тоже неплохо выглядит, если честно. Бля, такой вопрос. Если, например, вот, я собирал рейтинг роллом, челик в личку спрашивал, ему сказали, будет аукцион, и токен просто занролился. Это похуй, меня не забанят? За такое не забанят. Ну, типа, тебе дадут бан там на какое-то количество дней и изымут всю голду, если ты его продал. Нет, вообще, ну, блядь, всю голду. Он же был, банрол был, в чем проблема. Типа, я тебе говорю, там деле... очень... Тебя плохо слышно, во-первых, в Дискорде ты очень сильно лагаешь. А во-вторых, не знаю, ты всю ситуацию объясни, просто ты лагаешься, а непонятно половину. Ну как, собирался рейд просто с роллом. Там личку спрашивали, сказали, будет аукцион, по итогу я просто написал анрол в рейд, блять, и шамана какого-то долбоёба.